что может быть лучше, чем понедельник утром? You're trumpeting hate and you don't play fair. With your arrogant ways and your comb over hair. Давай поддержим парня. Мокрая. А, ну все, тогда. Блейка из-за ступеньки сейчас зацепится. Можно отрезать и ехать домой. Михан, лезь, выручай, я с камерой. Давай, Саня, ты нырнешь, а я тебя за ноги сверну. Ага. А нырнешь, я чувствую, ты уже по-любому. Ну так ключи от машины только дай. Все, пиздец. Ну надо, главное, нужно, короче, просто палку взять, рогатку, блядь, и толкнуть. И все, надо вырезать тебя. Вот эту палку достаешь, вот, видишь, торчит. Я как бы проблему умею решать, но прилагать к этому чужими руками, да? Ебать, смотри, да? Достал секатор, блядь. Вынь палку сначала из воды, блядь. О, знатный хуй. Блядь, суть по всему, они тебе нахуй не нужны, блядь. Блядь, а мы можем пока бутылками, блядь. Можем пока вот полюбоваться видом петушков. Да вот они три, блядь, собрались, да? Судя по тому, что происходит, блядь. А я мечтал, блядь, сидеть около камина, блядь, греть ножки. Ну что там, золото пятое? Пойду посру. Возьми камеру. Ну, я снимаю, у меня канал на YouTube. Анал я на же YouTube. Думал, хоть что-нибудь, блядь. Рано, с двух попыток, то ну кто ж так? Кидай по диагонали, Сань. Это годы тренировок. Да. Слышишь, что я говорю? Ты по прямой не закидывай, кидай уже туда, куда-нибудь в бок. Это те самые знаменитые это, редкие водоросли, магниты. Заплывали из тумана. Закинул Саша невод в реку, в море, блин. Да. Я вот только думал, что ему ебану бьет рыбка золотая, или кто-нибудь придет все-таки из хозяина. С ружьем, да?
А он, ты посмотри, да? Как там это мудя называется? Это Гравити Фолз, братишка. Нашел. Не, ну зато будет что рассказать. Я думаю, о таком не стоит рассказывать. Ну? Опа. Оп, первая добыча. Что это? Что это? Это наконечник индейского, это, стрелы. Тут же индейское кладбище. И опять нори. Не сильно отличается от грязи окружающей. Сейчас, может быть, надо в ту сторону кинуть. Сейчас тебе подожди, пусть еще там понаприликнут побольше. Говно всякого. Правильно, по фарватеру он береговой линии стоит. Все же золото. Все ценности здесь, не знаю. Берег. Мы приехали. Не, в общем-то, что мы можем ценное примагнить? Ну-ка, блядь, расскажи мне. Топор инк. Каменный. Да, да, да. Что мы? Мы же как раз... Шумеры тут еще. Ого-го. Шумерский парик. Походу в интернете наебывают, которые люди что-то достают этим магнитом. Ты не думал, что это монтаж, они сами туда приклеивают? У меня есть еще одна гениальная идея. Поисковый магнит же можно использовать не только в воде, правильно? На пляже бегали люди. И по-любому... До того, как ты пришел к магниту, да? Просто поубивал. Они по-любому теряли мелочь. А двухрублевые монеты, магниты, и чирики. Может тогда в маршрутках и около палаток ходить, блядь, за мелочью? Меня на самом деле руки уже замерзли. Ну мне кажется, для первого... Ничего не достается легким трудом, Сань. Ну да. Здесь, блядь, что вообще никаких железок, что ли? Какие-то банки, арматура. Хоть что-нибудь, да? Ну, пожалуйста. Есть по-любому железка, потому что тут мост сломанный стоял. Там ты свой магнит можешь оставить. О, у нас соперник. Просто место плохое, здесь наверняка расчищали все уже. Ну там есть еще пруд. Да, сейчас туда еще сгоняю. Нахуй без меня, блядь. А у нас контент для детей или там 18+? Да, тут мы материмся, но это для детей, да? Ёб твою.
старости. I'm wide awake, but you're a nightmare. I can't escape, I'm seeing you everywhere. Words that you say poison the air. Oh, I'm wide awake, but you're my nightmare. Человек холод, прислушивается. Чувствую себя на передаче, что это очевидно невероятное. Водяного вытащим, да? Вот этот чувак, который лысый вел, да? Мы имеем дело с неразумной формой жизни. Да. Сильное заявление. Так что я его не буду. Мне сказали, что здесь что-то есть, да? А кто сказал, неизвестно. И что здесь есть, тоже не совсем понятно. Сейчас ты вот волочишь, но это, наверное, грязный будет, как смерть. Вот он, победитель. Сейчас мы будем поиск денег на пляжу. Тоже методом броска, не прохода, да? Ведется видеонаблюдение. За тобой грех не понаблюдать. Ну, у тебя будет аудитория, я отвечаю.